Здравствуйте, уважаемые садоводы! Меня зовут Иван Русских, я приветствую вас на канале Процветок. И сегодня мы с вами поговорим о биологических средствах защиты растений. Вообще, средства защиты растений делятся на химические и биологические. Но и те, и другие называются пестицидами. Пусть вас не смущает, если кто-то когда-то будет такое слово употреблять в отношении биопрепаратов. В чем суть биопрепаратов? Биопрепараты – это бактерии или грибы, преимущественно, которые способны подавлять рост патогенных грибов или бактерий. И также есть целая группа биопрепаратов, которые подавляют рост и развитие различных насекомых. Они вселяются к ним внутрь и действуют там, как какая-нибудь холера на человека, то есть какое-то биологическое оружие против насекомых. Как следует из самого названия биологических препаратов для защиты растений, они созданы на основе каких-то биологических объектов и содержат в себе либо эти объекты в живом виде, либо же продукты их обмена веществ. Конечно, если препарат содержит живые клетки, такие как, ну, тот же биомастер или фитоспорин или триходермин или какой-то еще, это, конечно, хорошо, потому что когда вы вносите его в почву или на растение, то эти бактерии или грибы начинают размножаться в почве или на поверхности растений, и их действие достаточно длительное. В то же время химические средства борьбы являются гораздо более эффективными, и биологические средства лучше применять тогда, когда необходима профилактика заболевания. Но если заболевание уже возникло, в этом случае придется прибегнуть к таким тяжелым химическим препаратам, к сожалению. Как и химические препараты для защиты растений, биологические препараты должны быть занесены вот в такие вот государственные реестры разрешенных пестицидов, которые есть в каждой стране мира. Если вдруг препарат не внесен в такой реестр, то его использовать нельзя. И вообще его реализация и производство на территории определенной страны запрещены. Такие реестры находятся в открытом доступе на сайтах интернета соответствующих служб, которые ведут эти реестры, и по простому поисковому запросу несложно их разыскать. Но вот те препараты, которые представлены здесь у меня, они, конечно, разрешены и включены в этот государственный реестр. В чем проблема биологических препаратов, кроме того, что они не имеют такого сильного активного действия, что действие их достаточно мягкое и должно быть скорее профилактическим, чем лечебным? Проблема еще в том, что ведь препарат должен содержать живые клетки. И содержание живых клеток здесь, в этом препарате, ведь неизвестно, есть они там или нет. Возможно, они уже погибли, потому что препарат хранился где-то недолжным образом, или срок годности этого препарата истек, и вы не знаете, будет он эффективен или нет. Поэтому в этом смысле вот эти соблюдения требований к хранению таких биологических средств защиты является чрезвычайно важным с точки зрения эффективности этого препарата. Кроме того, надо помнить, что биологические препараты, которые содержат живые клетки или споры, они очень чувствительны к ультрафиолету. То есть вносить их надо или под корень в почву, а если проводить опрыскивание, то, конечно, только вечернее или раннее утреннее время, но лучше вечернее, чтобы эти бактерии или грибы смогли нормально распределиться по поверхности листьев, по стеблям, по плодам, то есть там, где вы их применяете, и, соответственно, начать свое активное действие. Вот для того, чтобы ответить на вопрос, все-таки достаточно ли содержится здесь живых клеток и содержатся ли они здесь в принципе, мы заложим такой вот небольшой экспериментик, когда посеем вот эти препараты в специальные среды для микроорганизмов на чашке Петри и посмотрим, вообще есть там живые микроорганизмы или их там нет. И мы раз и навсегда ответим на вопрос, являются ли эти препараты тем, что там написано, или у кого-то все еще остаются сомнения относительно того, а что же там налито и как оно действует. Поэтому в следующем выпуске мы вам расскажем, какие у нас получились результаты, и я очень надеюсь, что мы там найдем живые клетки, и я вам расскажу один секрет, как у себя дома производить вот такие вот препараты на основе живых клеток, например, бактерий, и не тратить на это ни одной копейки денег. Я рад, что вы с нами на канале Процветок. Благодарю вас за этот просмотр. Ставьте лайки, задавайте свои вопросы, следите за нами на канале Процветок. Для этого лучше на нас подписаться. Желаю вам всего самого лучшего и жду вас
в наших следующих выпусках.